Всем привет, друзья! Мы сегодня вот в раю, зимнем раю для Курска. Говорят, что у нас нет оборудованных лыжных трасс, да, для сноуборда, но у нас каждый год, когда выпадает снег, появляются вот такие горки, с которых спускаются на ватрушках, на ледянках, на линолеуме, в общем, все, что попадет под руку и что хорошо скользит и сцепление со снегом делает. Значит, сейчас я вам покажу зимние забавы в Курске и приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Вот и любитель экстрима Юра первый раз катается на ватрушке. Он еще, главное, пытается снимать при всем при этом. Не знаю, какую он скорость разгонит. Вес у него достаточно хороший для нормального разгончика. Ну вот он прилетел. Что-то как-то слабенько. Я думала, пролетишь туда. Нет, тормозил. Тормозил? Ну как тебе? Не-не-не, спасибо, я исключено, я снимаю. Вот одна из немногих горок, на которых, по-моему, самый максимальный разгон. Опа! Ничего себе, докуда долетают на ватрушках. Даже здесь снегоход есть. Корреспондент на картах сидит. Любишь кататься, люби в гору сани вести. В общем, это про эти горки. И вот у нас еще один желающий испытать драйв и получить бурю эмоций. Ух, нравится вот на этот паровозик смотреть. Очень хочу посмотреть, как они будут съезжать. Даже дождусь этого момента. Самое, конечно, неприятное во всем этом, что им еще подниматься вверх. Ну, на самом деле, подниматься. Было.
туда заправить. Что-то как-то они недалеко в этот раз. Опа! Любимый момент, когда они скатываются они с бугорка. Опа, отходи, Дима, отходи. Уходи. Это тот самый... Вот этой горки, видимо, мне придется скатываться. Вот эта горка прям моя мечта. Я хочу именно с этой скатиться. Оп, оп, и все, и вроде все, страдания закончены. Самая маленькая горка для меня. Где-то побаивается. Ну, вот и Димка. Большой блок и готов сам ехать. Опа. Проходите. Отойдите. О, красавчик. Ватрушечка. Все. Шапку и дяди. Там неуловимая собака, за ней уже 5 минут гоняются. Поймать не могут, а она наконец-то на свободе. О, сейчас я вам отдамся. Контент точно записали. Давай мы туда не будем подниматься. Челси. Там, кстати, наверху поднялся, смотри, там пластиковая бежала. Итак, парковка, урочище, крутой лог. Ну, габариты парковки вы можете увидеть даже на увеличенном экранчике. Все равно видно, что очень много машин. И разных, и легковых, и внедорожников, и даже на снегоходах приезжали. В общем, кого только нет. Я увидела здесь Тульскую область, регион, 71-й, 57-й, Орловскую область. А также увидела Белгородскую, 31-й регион. Ну и, конечно же, наши, 46-й. Вот так выглядит спортивная трасса, крутой лог. Мы идем по парковке, чтобы показать вам количество человек. Вот, кстати, там дальше снегоходик можно посмотреть. Вон он стоит. Ну и куча горок. Самое простое и самое веселое развлечение, самое доступное, может быть, если у вас есть ледянка или линолеум, пожалуйста. Вот это моя любимая горка, отсюда могут вылетать даже вот на дорогу, поэтому будьте аккуратны, если вы на машине едете, вот здесь притормаживайте, потому что там на этой горке такой разгон берут, мама не горюй. Ну, как вообще парковка смотрится интересно. Есть машины, там тоже, кстати, катаются. Ну и в основном мы здесь, в этой стороне. В общем, парковка даже заезжает туда, поближе к деревьям ставят. Вот уже возле горки. Так, и тут надо это в скором темпе уходить, а то меня тоже могут задавить. Так, вроде бы от опасной зоны я ушла. Та самая горка. И мы идем пить чай. Тоже люди отдыхают. Ух, я чуть не упала. И вот здесь вот большущая, большущая парковка. В общем, она до самого конца идет. Нету, к сожалению. Валяться. И вот аж даже сюда заезжают машины. Я в шоке, конечно, парковка заставлена после деревьев. Там тоже еще очень много машин. Ну, в общем, наверное, около 100, да, машин, если не больше. Ну, где-то, да, около 100. Юра пьет чаек, и я тоже побегу к нему. Так, покатавшись на тюбинге, мы поняли, что нам надо больше. И раз уж такой спортивный день выдался, мы теперь поедем кататься на лыжах. Поговаривают, что в такие дни людей там тьма тьмущая. В общем, посмотрим. Поехали. Спасибо семье Татарниковым за то, что сняли вот такой красивый шторм, пока мы тут в Курске. Все думают, что я очень скучаю по морю. В принципе, очень красиво, приятно, когда ты в снегу, а не на ветру. Так что спасибо за видео и мужество. А мы тем временем уже приехали в урочище парк Солянка. Сегодня уже 4-й день, как мы стоим на лыжах, но что-то мне подсказывает, что сегодня прям очень много будет падений. Снег такой не то чтобы липкий, но при этом не скользкий. То есть всю трассу мы ехали, можно сказать, что не ехали, а в принципе ходили. Местами было накатано, конечно же, но все равно было достаточно дискомфортно. Однако у Юры были глобальные успехи в этот раз.
Если понравилось видео, не забывай ставить пальчик вверх и подписываться на канал. С вами была семья Заровских из Курска.